это И-24 в исполнении М6, если мне не изменяет память, то была М3, потом была М5, и М6 это была, по-моему, третья М-ка, которая начала выходить со значком М. Это 88 года машина, сделана была для американского рынка. В 87 году у нее были очень длинные такие выпирающие бампера, которые очень меняли вид внешней машины в худшую сторону. И в 88 году это все было, происходило из-за законов по безопасности американского рынка. В 88 году ее сделали, бампер уже более выглядит интегрированно с корпусом машины. Здесь стоит мотор, двигатель 3.5, то есть это рядная шестерка. Здесь на каждый цилиндр стоят дросселя отдельные. BMW придумала такую систему. Обычно использовался или один, или два дросселя. Здесь они решили поставить 6 дросселей для более спортивного использования мотора. Мотор вышел из M1. Это была известная гоночная BMW, которая выиграла очень много гонок. И на базе этого мотора сделали... Уже начали делать мотор для М5 и М6. К сожалению, на американский рынок эта машина попала с немножко другим мотором, где-то меньше на 25 лошадиных сил, чем в европейском варианте. Также здесь уже установлены катализаторы, которые тоже в своем роде мотор этот задушили. Человек, который владел этой машиной, он мне дал все документы на нее. У меня есть фотографии, когда она стояла на представительстве BMW. У меня есть фотографии с 80-х годов, как она стояла на show floor. Этот человек, каждый раз, когда он ездил на этой машине, у него был дневник, где он записывал число, когда он на ней выезжал, и сколько километров, ну, он записывал в милях, сколько миль он на ней проехал. У меня есть огромный дневник. На машине, я не помню сколько, здесь очень маленький пробег. Он ее не использовал для ежедневной езды, но каждый раз, когда он ее использовал, он вел четкое отслеживание, сколько он на ней проехал. У меня есть все документы, у меня есть все на нее стикеры, все мыслимые и немыслимые от BMW инструкции для эксплуатации, карты и так далее. Эта машина пришла с очень хорошей документацией. Я ее купил у известной компании, которая берет у коллекционеров на комиссионку машины. Эта компания называется Fantasy Junction. Она из Калифорнии. Известная огромная компания, которая продает очень интересные, редкие машины. Они не берут просто машины без истории. То есть это люди, когда ты покупаешь такую машину, ты можешь провести неделю, если ты уже ее, ну, сказал, что ты покупаешь, и ты можешь провести еще целую неделю с этими людьми, которые тебя будут ознакомливать с историей машины, могут познакомить с бывшим владельцем, тебе дают все документы. То есть это процесс коллекционных машин иногда может затягиваться на несколько дней, может быть, даже недель, в то время, когда ты начинаешь изучать эту машину, узнавать ее историю и так далее. То есть это эмоциональный процесс. Обычно говорят, что когда покупается коллекционная машина, то человек, коллекционер, который покупает эту машину, это как похоже на встречу с девушкой, когда человек влюбляется. И, может быть, этот роман может длиться неделю, может длиться две недели, может длиться год или всю оставшуюся жизнь. Серийные коллекционеры обычно, когда находят машину, и им нравится эта машина, модель или история этой машины, они начинают в нее влюбляться, начинает происходить эмоциональная связь. Можно сказать, что человек вот в тот момент, он находится в состоянии романа, в состоянии вот этой любви. И когда машина уже куплена, и она привезена в гараж,
иногда эти чувства не убывают, а иногда просто все вот, типа, ты ее завоевал, ты ее, там, я не знаю, смог себе приобрести, и как бы уже интерес, он не пропадает, но уже как бы миссия закончена, и внутри есть какое-то чувство самоудовлетворения, и человек идет дальше и начинает увлекаться там какими-то другими идеями, машинами или поиском каких-то других коллекционных машин. У меня это не на таком уровне. Я просто знаю людей, у которых по 200-300 машин. У меня нет таких возможностей. Поэтому у меня эти романы не так часто случаются, слава богу. И я пытаюсь эмоционально очень сильно не быть ввязанным в покупку машины, хотя я должен признаться, что у меня были моменты, когда я проваливался, вот как люди, которые там кого-то встречают и у них сносят голову. Я иногда, да, у меня были такие случаи, когда я проваливался и думал постоянно о какой-то машине, постоянно, то есть в течение дня занимался чем-то другим, но все время возвращался в мыслях о какой-то машине, переживал, куплю, не куплю, получится, не получится. Чаще всего это машины находятся в другом месте, в Европе или там в Японии или еще где-то. Ты не можешь решить, ты не можешь прилететь, решить все вопросы. То есть это занимает какие-то перезвоны, переписки. Люди должны, обычно это идет через перекупщиков, машины не их. Ты у них что-то спрашиваешь, они должны идти спросить у владельца или еще у кого-то, там разные интересы, поэтому иногда этот процесс такой нервный, и он очень завлекает. На время выпуска этой машины в Америке это была, если я не ошибаюсь, самая быстрая машина. В данный момент, так как я этим занимаюсь уже 10-12 лет, то я знаком с большим количеством машин, которые считаются коллекционными с 80-х, 90-х годов. Если уж какие-то есть особенные машины, у меня есть люди в Голландии, которые мне присылают машины, которые были модифицированы ателье, которые, как AMG, были независимые. AMG было куплено и стало частью Mercedes, Alpina стала частью BMW, хотя они выпускают машины со своим ВИН-кодом, но было множество, там, 10-15 других ателье, которые вышли из бизнеса. И об этих ателье практически никто не знает. И иногда мне присылают машины, о которых я никогда не слышал, не видел, там, буквально штучные, единичные машины. И в таких случаях, да, я получаю новую информацию, я захожу, пытаюсь у людей спрашивать, пытаюсь читать где-то на интернете, но информации очень мало, потому что все-таки это 80-е годы, и этих машин практически не осталось, и так как отсутствовал интернет в 80-х годах, то вообще только вот люди по брошюрам, я знаю, люди собирают брошюры в Германии, в Голландии, потом эти брошюры выставляют на интернет, чтобы можно было смотреть модификации. Но, в общем, если это обычные 80-90-х годов машины, я в данный момент уже очень много о них знаю. Но я знаю все равно поверхностно, так как я не механик, не работаю на разборке, машины эти сам не чиню, не собираю, не разбираю, то я не знаю эти машины на таком уровне, на которых их знают люди, которые, например, у него 124-я машина, машина в 124-м кузове, он ее 15 лет собирает, разбирает, обслуживает, снимает, меняет детали. Конечно, он знает про эту машину. То, что я владею этой машиной 20 лет, не буду знать, потому что я не занимаюсь тем, чем занимаются определенные люди, постоянно работая над этими машинами. Вот. У меня все-таки больше склонность понимать, сколько было машин выпущено, в чем их редкость, какие-то истории про создание машины, но с технической части я даже не пытаюсь очень сильно углубиться и изучить машину и иметь какие-то знания, которые присущи другим
любителем каких-то марок или моделей. У людей, которые занимаются продажей коллекционных машин, то обычно у этих людей, чтобы сами люди, которые продают эту машину, для того, чтобы оправдать цену, которую они просят за эту машину, они тебе предоставляют всю информацию, которую они сами могли собрать по этой машине. Всю документацию, всю ее историю они дают потенциальному покупателю, чтобы покупатель мог ознакомиться. И потому что эти машины продаются за цены, которые в разы выше такой же машины, которую ты можешь купить без истории, с огромным пробегом, непонятно, что на ней делалось, менялось, где эти детали и так далее. Поэтому, так как эти машины стоят намного дороже, то люди, которые их продают, дают тебе очень много информации. Это при первом случае. Если я эту машину покупаю, где нет информации про машину, или у людей, которые не разбираются, и людей, которые получили эту машину в наследство, или случайно как-то где-то она к ним попала, тогда да, я сам должен вникнуть. У меня есть друзья, как я сказал, в Германии, в Голландии, в России у меня есть знакомый, сейчас появился специалист по AMG до того, как AMG было куплено Мерседесом, где люди мне, например, я написал на Инстаграме, что я хотел купить Wagon, то есть универсал в 124 кузове с И-60 мотором, или там 119 мотор, который был с 5 литров увеличен до 6 литров AMG. И мне люди написали, которые пробили эту машину, у которых была история этой машины, потому что многие эти машины уже давным-давно being tracked, да, то есть за ними следят, знают, у кого они, где они были, и есть информация, которая, например, мне была недоступна, мне дали про эту машину столько информации. До того дошло, что мне даже прислали письмо от человека, который работал на AMG в 95 году, которая имел возможность обслуживать эту машину, который рассказал, что эта машина пришла с пробегом 145 тысяч километров, и что она была бита, какие были повреждения, что на ней было заменено. А мне эта машина предлагалась с пробегом 45 тысяч километров. Это был 95 год, то есть на ней может быть 300 тысяч километров уже в данный момент. И она, эта машина, то есть я не купил эту машину, и в этом случае мне просто помогли другие люди, специалисты, которые имеют доступ к каким-то знакомым или каким-то базам данных, которых у меня нет. И чем дольше ты этим занимаешься, тем легче тебе находить информацию, потому что если у меня есть BMW, я знаю, кому звонить в Нидерландах или в Германии, если у меня есть Mercedes, я знаю, к кому обратиться и так далее. Точно так же, как я предоставляю какую-то информацию каким-то людям, которые ищут ответы на какие-то вопросы в соответствии с теми знаниями и возможностями, которые я приобрел за последние 10-12 лет. Как и везде в жизни, я думаю, всегда есть фактор, когда люди для личной наживы, для каких-то своих личных интересов фальсифицируют факты, документы, пробег. То есть, как и мы живем в неидеальном мире, поэтому и как взрослые люди, я, например, не удивляюсь, я открытый человек, и я всегда принимаю все, то есть если ты мне что-то сказал, я всегда, у меня нет такого, что я тебе не верю, я всегда это принимаю, живя во всяком случае в Америке, может быть, я здесь стал мягче или заснул, но обычно мы принимаем все так, как нам люди преподносят, но будучи взрослым человеком, я понимаю, что многое происходит, у людей есть личные интересы. Это называется, не хочу переходить на другой язык, но в духовном мире это называется инстинкты. Также есть у нас более религиозные люди, называют это грехами. Есть семь грехов, которые убивают человека, алчность, похоть и так далее. Поэтому я знаю, что любой человек подвержен этим инстинктам, и часто получается, что иногда люди теряют голову и из-за личной какой-то наживы делают вещи, которые не соответствуют правде или реальности и так далее. Поэтому да, существует и скручивание пробегов, и фальсификация документов,
Но это как бы любой человек, покупающий эти машины, он должен снять розовые очки и понимать, что это просто, ну, как и в любом аспекте жизни, все может произойти. Поэтому это твоя задача как коллекционера или как человека, покупающего, даже если ты не коллекционер, покупающий машину редкую, ты должен убрать все эмоции в сторону, должен делать это более хладнокровно и не терять голову и детально, спокойно разбираться, смотреть, откуда эта машина. Есть множество разных баз, ресурсов, где по ВИН-коду можно делать поиск. У машины есть еще карта, где по ВИН-коду можно расшифровывать оборудование, с которым эта машина выходила с завода. Помимо этого, в дата-карте зашифрованы город или рынок, для которого эта машина была сделана. То есть для Японии, для Германии, для Европы. То есть это все разные коды. То есть это есть уже ресурсы на интернете, где можно посмотреть и пробить машину по дата-карте, не только по ВИН-коду, а по дата-карте и увидеть. И к чему я это говорю? Что когда эта машина пробивается, и ты видишь всю информацию, ты можешь вернуться к машине и сверить информацию, которая была на дата-карте, с тем, что установлено на машину. Понять, менялось ли что-то, соответствует ли машина дата-карте, потому что дата-карта, она должна четко, абсолютно описывать ту составляющую машины или ту комплектацию, с которой машина сошла с завода. И если ты можешь хладнокровно со всем этим разбираться, просить помощи у других людей, которые этим занимаются, то очень часто картина вырисовывается, откуда эта машина. Американцы говорят, прямая ли она. Прямая, я имею в виду честная, да? Или без вопросов они называют. Есть машины без вопросов, где все понятно, все прозрачно, все чисто. Ну, это все приходит с опытом. А если люди просто покупают единичную машину, есть люди, которые могут помочь в этом разобраться. Даже на YouTube есть человек, который помогает, выезжает. Даже много таких людей, которые выезжают и начинают осматривать машину, вскрывают, молдинги вынимают, смотрят, варилась ли машина, не варилась и так далее. Я думаю, сейчас достаточно ресурсов, чтобы минимизировать ошибки, которые человек может сделать при покупке любой машины, включая коллекционную.